Всем добрый вечер. Как ваше настроение? Не надо, пожалуйста, не надо включать здесь это какой-то импровизированный этот огнетушитель, что ли, там, сработал. Ребят, пожалуйста, можно вас попросить не включать дым, потому что практически как мылом по... Ладно. Группы «Наив». Ну, вы все ее уже слышали в нашем исполнении. Что?
Ты лежишь на диване и накапливаешь жир. Ничего хорошего не делаешь для общества. Никому не должен и никто не должен. Не просто делаешь только то, что хочется. Ничего не хочу. Ничего. Дальше песенка повеселее, и вы, кстати, можете подпевать. Поехали.
Хотелось бы в близости плети, так как тем непонятным летящим, одиноко высоко глядящим, и оставить земну своей доли, страшный дар причинения боли. Мне хотелось бы стать облаками, чтоб меня не касались руками. Мне хотелось бы стать облаками, чтоб меня не касались руками. Меня облаками, от случайных касаний крылами, забирать, не заботясь словами, и оставить земле своей доли, страшный дар причинения боли. Мне хотелось бы стать облаками, чтоб меня не касались руками. Мне хотелось бы стать в своей программе электрического уже давно не играем, но мы знаем, что ее любят и ждут люди, поэтому специально для вас мы сегодня играем акустическую версию довольно уже старой песенки, но одной из моих любимых. Через воду не говори, все равно я верю.
Спасибо. У нас вчера концерт был в Москве, и один мальчик весь концерт кричал «Место жизни!», но, видимо, он лишнего все-таки принял на себя. И он весь концерт кричал «Место жизни!», сегодня кричал «Дава!». Круто! Это, кстати, одна из моих любимых песен.
глаза. Открой глаза. Открой свои глаза. Продолжим эту тему. На самом деле это грустная нота про первую кровь. И следующая песенка, она в продолжении этой грустной ноты посвящена специально была терактам, которые происходили у нас в Москве. Эта песня посвящена памяти погибших в этих терактах и в принципе погибших и замешанных в политических распрях. Возвратить лишь свет.
такой звук хороший. Любишь такой звук? Хорошо. Продолжим дальше. Мечтала выйти замуж за принца.
счастливая жизнь Павла Котлопеца – это нечто. Так, дальше. То, к чему обычно всегда приводит жизнь с крутыми перцами, к тому, что любовь рано или поздно, знаете, умирает. Слишком они крутые. Кстати, вы могли слышать уже эту песню, мы ее выкладывали в интернет, поэтому... Веселая! Поэтому это, да, остальные новые песни, а это старые. Именно наше вот исполнение и версию нашей музыки. Поэтому спасибо вам огромное за вашу чувствительность. И дальше мы продолжаем специально для вас. Песенка — это довольно грустная песня. Она была посвящена реальным событиям. Прощание, ты
А сейчас одна из моих любимых песен. На самом деле, вот, мне кажется, она веселая. Это, может быть, только мне кажется, хотя название грустное, но мне кажется, она вот такая веселая. Всегда посвящается памяти Курта Кобейна, и у него был день рождения 20 февраля, поэтому сегодня она наиболее актуальна. Thank you.
Вы очень отзывчивы. Сука, супер! Да-да! Всем привет, кто не видела еще. Так. А следующая песенка, она, собственно, посвящается... Да не посвящается, на самом деле, посвящается. Это песня группы Нирвана. Не знаю, кому там она посвящалась. Но мы сейчас хотим исполнить песню. Одну из моих любимых песен, которая меня вдохновила на то, чтобы заниматься роком. Поэтому мы решили ее сделать в такой очень акустической аранжировке. Прошу, любить и жаловать. Плачешь о том, что...
это вижу сплетни, звонки лживых родственных. Знаешь, как я их сейчас ненавижу. Где-то одна и тишина. Ночью заснуть это я не смогла. И сумела снова лечу и не нахожу место себе. Здесь одни получить открыточки и автографы. Всем спасибо огромное!